Сегодня в регионе продолжается ремонт трассы Новый Рогачик-Волгоград. Восстановление без малого 7-километрового участка происходит в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время подрядчик завершает устройство финального слоя асфальтобетонного покрытия, после чего начнутся укрепления обочин. Всего с начала работ на участке уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетона. Завершить ремонт магистрали рабочие планируют до 1 октября текущего года. Здесь выполняются работы на участке 6,7 километров по ремонту. Делается выравнивающий слой 4 сантиметра и верхний слой покрытия толщиной 5 сантиметров. Также делаются присыпные обочины, устанавливаются знаки, делается обустройство дороги и наносится автомобильная разметка. Реализация инфраструктурных проектов, в том числе обновление ключевых автомагистралей, развязок мостов и эстакад – одна из приоритетных задач. Только в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги» в области приведено в порядок свыше 170 километров дорог. В 2018 будут отремонтированы еще 62 участка общей протяженностью 103 километра. Да, молодцы, потому что здесь очень лет 20, наверное, была отвратительная дорога, ездить было невозможно. И все ездили у нас в Волгоград через центральный по трассе Ростовской. Безопасные качественные дороги. В этом году у нас запланировано ремонтов 39,6 километров конкретно региональных дорог, которыми мы занимаемся. На общую сумму где-то 450 миллионов рублей. Программа «Безопасные качественные дороги» – это подразумевается развитие инфраструктуры городской агломерации волгоградской. То есть, ориентировочно, скажем так, 100-километровая зона вокруг города. Основные районы – это Городищенский, Светлый Яр, может быть, Быково. Ближайшие районы. Но, тем не менее, выполняем.